Здравствуйте, ребята. Белоголовых моих жуков снимаю. Они замучили меня. То по дыму спрыгивают. Сейчас тоже, наверное, спрыгнут, но я постараюсь их все-таки заснять. Шустрые они. Вот этот молодой прошлогодний самец в этом году вот эту голубку уже птенца отдал. Я обрадовался, что она получилась самкой, потому что у него длина, высота, чернота. Клюв просто чуть-чуть надо, чтобы она побелела. И побелеет обязательно. Морда, глаза, посмотрите, какая приятная. Цвет. Показывает бледных иногда. Говорят, что они жуки. Я удивляюсь. Значит, они жука не видели. Я имею в виду в природе, жук бегает навозами. А вот здесь тоже наоборот. Слева отец, справа дочка. А там мой старый. Не старый, но самец. Ну-ка, ребята, так, походите чуть-чуть. Не видно, вот у этого очень корпус очень хороший. Вот спрыгнул. Ребята, показываю цыганов. По-нашему мраморный челкари. У меня их много. Просто думал, как их представлять. Очень хорошие экземпляры. Из показа остались, но я вам обещал, что потом чуть больше вольер. Имеется, туда посажу и так засниму. Всех голубей.
по отдельности, по породам. Но сейчас, раз я сказал, что по 5 штук буду снимать, вот я показываю, ребята. Здесь, кроме одного, все мои виватнее. Вот ты только вот этого приобрел, который впереди. Например, вот это очень большой линкий. Когда он молодым бил птенцом, после того я его всегда снимаю. Если вы заметили, на голове у него черное пятно перья. И вы его узнаете вот так. Ну, здесь цвета, ребята, сами оцените. По жизни мне разные голубеводы встречались. Кому-то черные нравятся, мраморные, кому-то светлее. Мне, например, оба нравятся, кофейни тоже нравятся. Есть у меня такие тоже. Но в следующий раз мы их заснимем. Молодые есть у меня от них. Как всегда, глаза. Черные глаза. Ах, эти черные глаза. Без них в Грузии никак. Дорогой, посмотри сюда. Вот он. Пока я сниму, посажу, они прыгают, а потом смирно себя ведут. Более-менее привыкнут, и потом можно снимать. Все ради вас, ребята. По-моему, кто голубей любит, должны понравиться. Как художник рисует, у них цвета такие. Ребята, ролик заканчиваем с изогранами. Грузинская птица. Ребята, вот этому голубе 3 года надо. 3 линку должен пройти. После того, как годовалую линку пройдет, после того еще надо 2 линки. И тогда она
садится уже в свой цвет. До тех пор, как мраморный, все время меняется. Не поймешь, то светлее, то чуть-чуть чернеет. И третий год у него уже фармурировка идет. Иногда они, в моем молодости я с розовым глазом тоже встречал. Вот этих, у них била очень сильная игра. У этих тоже, но, понимаете, каждый голубевод себе работает, чтоб то, что игру и лед имеет, еще красоту. Наши предки что оставили, мы стараемся их не испортить. Вот сейчас я постараюсь вам показать у них приблизительно клюв какой. Вот сзади стоит, да? Чуть-чуть в клюве пробивается синий цвет. Тихо, тихо. Вот у этого. Не то, что на лбу. В клюве. Не ноздри, там посмотрите. Вон она. Вот такой тоже бывает у них. Так же, как я говорю, эти экземпляры у меня хватает. Но я сейчас снимаю по 5 штук. Вот это чуть пожилой самец. Сколько раз он менялся? Сейчас в данный момент выглядит вот так. Ребята, я знаете, почему вам с близкого расстояния показываю? Есть ребята, которые снимают там сдалека. Корпус нравится, а головы не видно. Там какой у него череп, глаз, нос как посажено. Понимаете, когда на выставку голуби идут, там же на все обращают внимание. Это... Наверное, надо и потому, да, смотрят люди, оценивают. Я понимаю тех ребят, которые начнут говорить, что голубей в воздухе надо видеть. В небо, крылья раз есть, должен лететь. Я с вами тоже согласен. По мере возможности я тоже гоняю. Мне, если 20 лет било, било бы по-другому. Но мне уже давно не 20. Я занимаюсь теми, чем занимаюсь. Если кому-нибудь нравится, опять ставьте лайки. Пишите комментарии, ребята. Всем пока. Удачи. До свидания.